Здравствуйте! Приветствую вас на еженедельном информационном бюллетене IQ Technology. Сегодня 31 декабря, последний день этого года. Сколько же мы всего накопили за этот год внутри себя и сколько пережили? Дни, недели и месяцы безжалостно сменялись друг другом. Самое ценное, что мы имеем здесь, на Земле, это время. Время, которое не вернуть и не обратить вспять. И вот улетел этот год, безвозвратно. Теперь мы с нетерпением ждем нового года, и теперь у нас есть вторая по ценности вещь жизни – это надежда. И давайте вспомним знаменитую испанскую пословицу «Где жизнь, там и надежда», и продолжим наше путешествие с ней. Пусть все самое хорошее и лучшее сбудется для каждого из нас в этом наступающем 2022 году. Пусть принесет он в мир добро. А мы начинаем последний информационный бюллетень этого года. Поехали! Для РСУСАМ, который занимает сильную позицию в международной торговле в Измире и оказывает важные услуги турецкому рынку зернобобовых с 80-х годов, за последние годы мы установили три линии по переработке зернобобовых и масличных культур. Одной из таких линий была линия сортировки и очистки, которая была установлена в сентябре 2018 года для работы с маковыми продуктами. Новая вибромашина была установлена на линии по переработке мака за последние несколько дней, и проблема агломерации продукта была предотвращена. Мы всегда с нашими покупателями вместе с технической командой. Эфиопия – еще одна мировая страна, где предприятие вот IQ Technology находится на подъеме. Для расположенной здесь важной компании мы установили машину для протравливания семян жидкими препаратами, семиканальный фотосепаратор и взвешивающее устройство с PLC-системой для работы с продуктами. Недавно наша монтажная бригада снова была в Эфиопии. На текущий момент завершилось испытание продукта, закрытой просеивающей машиной XL 206 Turbo, а также на сепараторе по отделению легких частиц и камнеотделительной машине. Желаем удачи на рынке Эфиопии! Хорошие новости из нашей страны. В Чалаянджирицком районе Караман-Мараша перерабатывается на фирменном предприятии на машинах от IQ Technology зарегистрированный тип грецкого ореха Чалаянджириц. Этот вид ореха был официально признан в 2012 году. Мы с гордостью объявляем об этом событии, которое является важным шагом на пути в развитии региона. Мы хотим поблагодарить ценного мэра Чалаянджирита Ханифи Саралту, которым мы недавно встречались, и за его визит благодарим. А также теплые поздравления нашему дорогому коллеге по работе Халильбею. Наша фабрика растет. На промышленной организованной зоне Мерсин-Тарсус-3 продолжается строительство нашего личного нового завода, который занимает площадь 50 тысяч квадратных метров. Когда он будет завершен, мы будем заниматься новыми интересными работами и делиться с вами результатом. Это были все главные новости на сегодня. Увидимся с вами уже только в следующем году. С любовью и уважением. До встречи! Herkese mutlu yıllar.